кулаков учиться, правильно? Ну я говорю, ну хочешь ты в Черном море полуостров? Ну насыпь его, блядь. Насыпь, назови Крым, блядь. Крым наш, блядь. Украинцы, и наш, и ваш, блядь. У вас Крым, у нас Крым очищен, нахуй. Вы синюю галочку въебали про них, вы все. Я люблю мобилизацию сказать, это частичная мобилизация. Частичная. Чтобы люди частично были в ахуе. Частично в ахуе, частично в Грузии. Так, я, естественно, уехал, потому что, в отличие от вас, я служил в армии, а они сказали, что будут призывать тех, кто уже служил в армии. Ну, я уже служил в армии. Я 10 лет провел в армии, представляете, 10 лет! Я в армии был 10 лет, если бы за эти 10 лет началась война, то я был бы обязан участвовать в боевых действиях. И я бы участвовал. Но она не началась! У меня прям слишком вопрос, где вы были эти 10 лет? Пиздец, ну что-то логика, меня в прошлый раз не убили, по-моему, в этом году. По-моему. Ну, я не знаю, по-моему, сейчас идеальное время призвать тех, кто тогда откосил. Кто тогда учился, блядь, лежал в психушке и ссался. Я до вчера времени прошел, они уже все выучились, вылечились, блядь. Ребят, вот эти кто ссутся, и сейчас в то время сейчас все ссутся. Единственное, кому нет этого вопроса, это, блядь, Юлия Чичерина. Юлия Чечерина, она все 8 лет была там, я хуй знаю, где Юлия Чечерина была последние 20 лет, но 8 она была там. Это просто охренеть, как у человека карьера сложилась. Чтобы вы понимали, последнюю песню, которую я слышал от Юлии Чечерины, это «Тула». Последнее видео, которое я видел с Юлией Чечериной, как она в военной форме в Украине вооружает флаг, блядь. Охренеть, блядь, поменяла тулуланов на татамы, нет? По мне, что Юлия Чечерина, ну, выглядит, блядь, больше группа Любэ, чем сама группа Любэ. Группа Любэ должна быть Юлия Чечерина, блядь. Не знаю, блядь. А 24 февраля все изменилось, понимаете? Началась спецоперация, я ее не поддерживаю, потому что между глаголом «нападать» и «защищать» я выбираю «защищать».